Я не эксперт в области киберденег. Могу сказать, что я часто покупаю что-то через сайт и использую виртуальные деньги. Может быть, запрет связан с тем, что происходит много махинаций в этой сфере. Но тогда стоит создать какую-то единую государственную систему этих расчетов, так, чтобы они не были частными, а именно были контролируемы государством.